Более 13 500 жителей Когалыма поставили первую прививку от ковида. Завершили процедуру более 10 000. В Когалыме принимают на вакцинацию в нескольких точках города. Городская поликлиника, медицинский центр «Медис» на улице Привокзальной, мобильная бригада работает у городского рынка. В выходные можно позаботиться о защите иммунитета, заглянув в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Помочь своему организму сейчас необходимо. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, а переносят болезнь все по-разному. Да, возраст уже такой, что страшновато уже без прививки ходить. Да и ехать нужно будет на Украину. У кого аллергия и противопоказания есть, те, конечно, не вакцинируются. А кому можно, все провакцинировались. Все знакомые, сколько разговаривала со всеми уже. Все вакцины. Они уже 2 прививки сделали и уехали. Была температура, ломота в теле и все, в принципе. Как бы нормально переболели. И после этого решили поставить вакцину, ну, чтобы уж все было хорошо в дальнейшем. В общем, маленький ребенок, чтобы уж домой ничего не принести. Почему-то решили, что нам это нужно.